что играла. Ну, как поняли, у нас сегодня здесь все по-семейному, сугубо. Потому что, судя по параллелям, такая большая семья, и клуб можно знать как угодно. И мы друг друга представляем, что вполне закономерно. Сейчас на сцену выйдет человек, с которым я познакомился даже раньше, чем с Гребенщиковым. Страшно сказать. Это было в 84 году. Двое очень скромных молодых людей приехали из Екатеринбурга, в Ленинград, показывать новую пластинку друзьям. И мы слушали, пили портвейн, слушали музыку. Это была такая магнитная лента большая. Я не помню, как назывался этот альбом. Чуть ли не «Разлука» он назывался. Я не помню. Но, по-моему, все-таки был альбом предыдущий. Неважно. Так я познакомился со Славой Бутусовым. Это было 22 года назад. С тех пор Слава живет в Петербурге, как вам всем известно. У нее новая группа, она называется «Юпитер». И они, безусловно, частые гости в студии «Добролет». Этому свидетельством обложки, которые висят там по стене. И второе этому свидетельству – их присутствие на сцене. Привет, Слава! Группа «Юпитер». Добрый вечер, спасибо большое. Так получилось, что мы сегодня всю эту эстафету в духе олимпийского соревнования получаем для завершения этого замечательного праздника. Мы, конечно, поздравляем в первую очередь величайшую студию «Добролет», потому что это одна из немногих студий, которая, во-первых, выдержала срок 20 лет, во-вторых, это одна из лучших студий, так что хвала и слава студии «Добролету», потому что это наша гордость и наша надежда, и наше подкрепление. Спасибо большое всем тем, кто работает на студии «Добролет», и всем тем, кто здесь собрались. И всем тем, кто поддержал эту идею, потому что мне кажется, что такие вещи, как качественная студия, они требуют, в общем-то, всенародной поддержки. Слава Богу, что у нас в стране люди разбираются между качеством и халтурой. Спасибо вам большое. Okay.
дали. Давай отдохнем, посидим на ветрях, помолчим в тишине, что на небе такого, что стоит того, чтобы рухнуть на камни. Тебе и мне с тобою вместе. С тобой.